Так, всем привет. Сегодня у нас проблема Smog Nord 2. Вот он, значит, у нас не включался. Не включался он просто так, и если поставить его на зарядку, то он будет показывать либо 100%, либо там шалить в пределах там всяких процентов. Вот, что в данном случае я сделал, чтобы он работал. То есть вот он не включается. Вот, если его сейчас взять, поставить на зарядку, то он будет работать сейчас. Вот, подключаем на зарядку. И вот он. Сейчас. Он показывает 100%. Вот, 100%, но показывает атомайзер шорт. Что в данном случае я сделал, так это я его промочил этим, как их, спиртом, ну, в данном случае духами просто, вот, пару раз кликал, там это все разбирался, пытался найти решение, вот. Короче, ему надо немного постоять, спустя время он начнет нормально работать. Более-менее, хотя бы, вот, и даже включался пару раз, вот. В данном случае, возможно, что-то с аккумулятором или с платой. В данном случае я до сих пор не разобрался, но вот, это один из способов, чтобы его остановить. То есть, вот он, как он включается. Но он включался. Ой, вот. Поэтому, если у кого-то получается, вот, типа, если у кого-то получится, пишите в комментариях, что сделали вы в данном случае. Вот, и всем удачи.